Предки мои раскулаченные, высланные из Могилевской области, Тюхтетский район, поселок Чендат. У меня вот, когда бабушка помирала, вот, имею в виду, что не когда она помирала, а последние годы она ослепла на 90-м году жизни. Ну, естественно, я жил тут уже, там. Я своего брата родного попросил снять пленку, чтобы она что-нибудь рассказала. Но я и так, конечно, знал. У меня эта пленка сохранилась, все, видео. И вот она рассказывала, значит, как вот у моего прадеда, значит, когда их раскулачили с Могилевской области, привезли их. Вот прикиньте, значит, крестьянина с Белоруссии привезли в марте месяце посреди тайги. Привезли, выкинули. Один мужик, 6 ребятишек, все девчонки. И он выжил. Ну, там туда-сюда, значит, вроде освоился, окреп, купил молотилку. Через 5 лет приехали его раскулачивать снова. Ну, и выселять уже. А выселять его, сказали, с Чендата переезжать в Тегульдет, 12 километров. Он говорит, я, говорит, все равно ссыльный, говорит, я вот в ссылке нахожусь. Нет, переезжай. Потому что хорошо знали, что если человек переедет, он снова разорится. Ну, такая вот политика была. Переехал? А как не переедешь? Переедешь. И? Ну что, выжил? Нормально жил вроде.